Привет, друзья! Сегодня такая тема. По совету моих замечательных зрителей заказал конвертер для моей солнечной панели. При хорошем солнце панель выдает 20 вольт, а мне надо 12. Как-то поставил на подзарядку вот этот вот фонарик. Все было хорошо, но тучи разошлись, напряжение поднялось и накрылась плата зарядки. Один мой подписчик немножко ее подрихтовал, что-то там перепаял. Зарядка работает, но имеется утечка. Оставил фонарь с аккумуляторами, и они накрылись. Надо менять плату. А где ее взять, не знаю. Фонарик Lumentop SD75. Может, кто-то что-то подскажет. Конвертер на модуле 6009. На вход даем 3,8-22. На выходе имеем 1,25-35 вольт. Сейчас мы его подключим и протестируем. Нагрузка, лампочка 12 вольт. Включаем. Поднимаем напряжение. На входе 3 вольта, на выходе 12. Поехали дальше. 5, 6, 7, 8, 9, 10. На выходе 12. Поехали дальше. 19, 20. Здесь 12. 30 вольт на выходе. Имеем стабильно 12 вольт. Сейчас попробую немножко подрегулировать. 13, 14, 15. Увеличивать не буду, потому как может сгореть лампочка. Поехали в меньшую сторону. 2,4 вольта. Сейчас выставлю 12. Ну, пусть будет 12,5. На входе 30 вольт. Солнечная панель подключена к этому блочку. Имеется два выхода по 5 на прикуривателе до 20 вольт. Впаяю модуль, и на выходе будет 12 вольт. Как-то так. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.